Thank you.
обычный самолет. Просто как-то боком. Какой-то стержень. Стержень летит. Да. А приблизь максимально, посмотрим. Там руки держат. Все равно стрёмно. Это да. А чего? А это НЛО. Вообще без ничего. Скорее летит. Thank you.
Пока я лично придерживаюсь кометного варианта. У меня, в общем-то, точка зрения такая. Здесь был метеорит. Это могут быть только телом очень малой плотности. Вот это могло. Здесь много непонятного. Во всей этой истории много непонятного. Сегодня одни единственные на весь мир в 7 часов 14 минут были в эпицентре палевого вулкана. Все. Только мы. Больше никого. All no. И скажите, что вы там делали в 7 часов? Вот мы молитву творили. Молитву. Мы pray God. God. Все. И что, какая была молитва? Хорошая молитва, к Богу обращенная. Да, да. А вы сами верующие? Можно ездить на автомобиле, не зная автомобиля? Нет? Нет, вот и поэтому ваш вопрос некорректный. Нет, я имела в виду, как у вас верующие преподавали. Нет. Это некорректный вопрос с вашей стороны. Вы интеллигентный человек? Надеюсь. Такие вопросы нельзя задавать. What's the connection between the Tunguska incident and God? Связь между Тунгусским феноменом и чем? И Богом. И Богом. Прямая. Direct. Direct. Как? Я не готов отвечать на этот вопрос. 100 лет. Метеорит упал, да? Тунгуска у нас. Где там пацаны? Позови, за линию прыгнуть. Это все мать-то рассказывала, гром. Ну, она рассказывала, как венки там убегали оттуда. И венки эти сгорели, вот пожар же получился после этого-то. Сгорели некоторые, олени все сгорели. Некоторые убежали. Так она рассказывала это. До сих пор вспоминают, а где? Это гром. Потому что мать практически с отцом помнили вот это вот потрясение, значит, падение вот этого метеорита. Они помнили? Они жили в Кежме, на Ангаре. Там даже окна с домов повылетали в то время. Значит, прогромыхало, и главное, что потрясло землю. Столько лет прошло.
Das ist schrecklich. Schrecklich. Man darf das nicht erzählen. Es gibt bei uns Orte, die darf man nicht mal zeigen. Yeah, I got.